Первый этап благоустройства набережной Спортивной гавани завершается во Владивостоке. Сейчас здесь ведутся работы по укладке брусчатки, монтажу нового ограждения и обустройству двух спусков береговой линии, которые можно будет использовать в качестве амфитеатров. Особенности территории, то есть мы применяем, например, здесь скрытую систему ливневой канализации, то есть у нас не будут видны решетки, то есть все будет достаточно аккуратно, то есть будет просто ровное покрытие. Также у нас ведется монтаж сейчас, подготовка к монтажу на настилов на амфитеатра. То есть у нас на территории появляется два амфитеатра между как бы, вот, большим промежутком набережной, с которых можно будет спуститься на нижнюю площадку, то есть непосредственно к берегу, и на которой можно будет активно сидеть, отдыхать в любое время. В то же время мы устанавливаем ограждение сейчас. У нас заказано освещение, фонари, то есть практически движемся к завершениям. Также на набережной Спортивной гавани восстанавливают тигринную тропу, которая представляет собой ряд металлических пластин в пешеходной зоне, на которых изображены отпечатки лап тигра и названия стран, где обитает этот хищник, и обозначена его численность. Вернется и бронзовая скульптура тигрят. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.